Всем привет! Вы на канале В корзину ТВ, и сегодня в моих руках вот такая вот прелесть. Это робот Румба 980. В предыдущем видео мы снимали робот Румба 960. Вот, сейчас я распакую его, покажу составляющую коробки, а в следующем видео вы увидите полный обзор и сравнение 980 и 960. Поэтому подписывайтесь на канал и следите за нашими обновлениями. Ну что ж, приступим. Вы знаете, я так уже привыкла к этим роботам-пылесосам, и я от них балдею. На самом деле это необходимые помощники. Он тяжелый такой. Та-да-дам! Я здесь, чтобы помочь. И ты с этим справляешься. Вон это чек, в принципе, он нам не нужен. Сервисная книжка. Вот 980 стоил 52 тысячи 900 рублей. А 960 стоил там 42 тысячи, ну, 700, где-то вот около того. Это все будет в обзоре сказано. Давайте поскорее его достанем. Так, давай. Какой красавец! Он классный. Блин, он тяжелее намного 960-го, это я вам могу сразу сказать, честно. 960-й намного легче. Этот я еле могу поднять. Ладно, постой, мы посмотрим твою коробочку и потом расскажем о тебе. Так, что у нас в коробке? Быстрое начало работы, инструкции. Я люблю читать инструкции, не знаю почему, но я люблю читать инструкции. Ну вот, мания такая. Сейчас я это делать, конечно, не буду при вас. Так, что у нас тут? Пусто? Вот, у нас база. База родименькая. Ну, как обычно, робот, все правильно. Так, я здесь, чтобы помочь, и он мне помог. Тут стрелка для особо одаренных. Вот. Что у нас здесь? Запасная щетка, конечно, дополнительная. Усы, я называю. Запасные усы. Или запасные усы. Фильтр. Или называется еще, знаете, как коточес. Пылесос подъезжает к коту и начинает его чесать по кругу. Кот ложится на кругу. Усы коточес. Чесать кота. Провод для базы, естественно. И два ограничителя. То есть вы его ставите, он создает невидимую преграду лучом, и пылесос не проезжает дальше. Кстати, в прошлый раз мы положили только один его ограничитель. В 960-м был один такой, а здесь целых два. И к нему в комплекте идут батарейки Duracell. То есть это неплохие. Это вам не китайцы, которые ложат всякую хрень. Это довольно-таки мощные классные батарейки, ну, то есть вот два комплекта таких вот. Вот так вот. То есть можно сделать либо полукруглую, вот тут миски нарисованы, чтобы оградить от кошачьей еды. И на чем подъезжает, он начинает все подъедать. Да, и хочу, он съест корм вашего кота. Либо ставить прямым лучом, чтобы он не заезжал, ну куда он может у вас не заезжать, я не знаю, на балкон, например. Верхнее положение луч. Нижнее положение – это окружность. Сейчас я вставлю батарейки и посмотрю. Свечение небольшое есть, он мигает немного. Это на камеру, к сожалению, этого не видно. Оно легкое, компактное. Лайк поставьте, пожалуйста. Ставьте лайк за вот это вот чудо приспособления. Так, отставляем. Сейчас я все вот это соберу в коробку и перейдем непосредственно к самому чуду. Усы. Робота. Сама прелесть. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ну вот она. Чесалка для котов. Щеточка. Направляющее колесо. Так, зарядка. Подожди. Это вот контакты зарядки. Датчики. Вот эта штука по окружности. 900-й серии. Заменила щетки. Она прекрасно собирает. Сахарок, всякую мелкую пыль, шерсть. Здесь вот такие вот прорезиненные валики, которые заменяют щетки. Мне кажется, они даже намного лучше, потому что они как бы и полируют пол одновременно, и все хорошо в себя вбирает. Сто пудов у меня 80-й серии. По-моему, 960 такая. Хотя
Вот я не заметила в 960-й серии, да, что стекло было, ну, точнее, пластик. Было, точно. Красным оттенком? Да, есть. Единственное, что отличие точно, это 2 часа автономной работы, гарантированно. Ну, тут нам гарантируют 2 часа работы непрерывной и быстрый заряд батареи. Ну, посмотрим, насколько это будет правда. Смотрите обязательно это в обзоре, это все будет в сравнении. Вот такой вот пылесборник. Тут прорезиненная поверхность, все здорово, все замечательно. Фильтр покажи, кстати. Удобный контейнер, и вот тут у нас стоит фильтр. Ну, вот такой вот, еще чистенький. Мы его ни разу не запускали. Так, ставим его. Честно говоря, разберется даже ребенок, потому что все настолько просто, интуитивно понятно. Стандартно идут 3 кнопочки у нас. Ну, это включить-выключить и плюс clean. То есть вы нажали, он включился и начинает уборку. Кнопка home возвращает его на базу, на зарядку. То есть если вы принудительно, он вам надоел, хотите отложить уборку, нажимаете домой, и он уезжает на базу. И кнопка конкретного места уборки. То есть нажимаете на вот такой прицел, и в радиусе примерно метра вокруг себя он убирает. Будем его ловить. А, мы его ловить не будем, у него должен быть датчик внизу, чтобы он не падал. Да, вот со стола он не падает. То есть он нам убирает стол, и он меня сильно надул. Вот плюс, он не упадет у вас ни с лестницы, ни откуда угодно. И у него стоит камера. За счет вот этой камеры он создает себе схему помещения. То есть через приложение, с помощью синхронизации вы задаете ему параметры. Вот, и с помощью программы он собирает по всей квартире у вас мусор. И вот эта камера позволяет построить... Кушай! Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис! Все, были опилки, нет опилок. В общем, эта камера позволяет построить схему помещения, с помощью которой они будут врезаться в предметы. Его выключим, я не знаю, он, в принципе, долго может пылесосить так на одном месте. А, он сам выключился, молодец. Подал звуковой сигнал, что вот, все, я закончил, я умница. Давайте теперь посмотрим в контейнере, что он собрал. У нас был чистый стол, а как открыть контейнер? Ну вот, мы кидали ему 2 опилины, я не знаю, как они называются, наполнитель для кошачьего туалета. Вот. Пеньки. Пеньки, да. Вот один, и второй застрял там. Я его не буду сейчас вытаскивать, вот, пусть он лежит дальше. Это, кстати, с абсолютно чистого стола, в принципе, ничего там и не было. В общем, вот такая вот прелестная. В общем, у нас тут по всей окружности стоят датчики, их просто неимоверное количество, плюс камера, плюс нижние датчики, которые не позволяют ему слететь с поверхности. Как я говорила уже... Всеми функциями через телефон. Про то, что его можно синхронизировать с приложением на мобильном телефоне. Там есть замечательная функция, как режим уборки. То есть вы себе поставили там на 9 утра, на 12, ну как хотите, как вам удобно. Настраиваете ему график, и он в это время автоматически включается и начинает убирать. Вы можете прийти с работы, и у вас будет чистый дом. Ставьте нам 500 лайков, это всего лишь 500, это очень мало, ребят, вас намного больше, чем 500 человек. И мы сделаем полноценный обзор на iRobot Roomba 980, сделаем сравнение iRobot Roomba 980 и 960, и плюс к этому мы запустим 3 робота-пылесоса, iRobot Roomba 960, 980 и китайский робот-пылесос iLife за 9000 рублей. У нас был на него обзор, смотрите в описании ссылочку. Пойдем, мы их запустим все вместе и посмотрим, как они будут развлекаться и друг друга обгонять в уборке. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока-пока!